Студия «Мультикола.51» сняла мультфильм про Трифона Печенского. За 7 минут юные таланты и их взрослые помощники смогли рассказать историю удивительной жизни святого, пришедшего на крайний север русского государства в 16 веке для крещения коренных жителей. «На краю света» по мотивам жития преподобного Трифона Печенского. Авторы рисовали персонажа акварелью и применяли другие новшества. Так, вместо привычных детских голосов в фильме звучит взрослый мужской голос. Исходя из того, что главный герой мультика – монах, его озвучил наместник Феодоритовского монастыря игумен Трифон Михайловский. Снег впервые был снят на видеокамеру, а не нарисован. Бегущие облака изготавливали из шерстяных ниток. Для того, чтобы педагоги могли использовать произведения студии «Мультикола.51» в своей работе, они размещены в свободном доступе на интернет-ресурсах благотворительной организации «Благо».